Строители городского округа Люберцы поздравили в преддверии профессионального праздника. В администрации прошло торжественное награждение лучших сотрудников отрасли. Почетные грамоты и знаки отличия получили не только мужчины этой профессии, но и женщины. Напомним, День строителя в России отмечают ежегодно во второе воскресенье августа. Они создают, проектируют, вымеряют до самых мелочей каждый сантиметр для фундамента, несущих конструкции здания. Ведь от их работы зависит жизнь человека. Ответственность на плечах строителей велика. Здесь говорят, профессии от Бога, да, учить, лечить и судить. И почему-то профессию строителя забыли, потому что профессия строитель – это созидатель. И все, что есть на земле, я думаю, даже начиная с пещеры, потому что пещеру тоже надо было построить. И заканчивая сегодня самыми современными небоскребами, строениями, зданиями. Все, что на земле сегодня каким-то образом функционирует. По словам Владимира Ружицкого, власти округа в полной мере осознают, с какими проблемами сталкиваются градостроители. Какие вопросы требуют оперативного вмешательства в сферу строительства? У нас жилье сопровождается только все, что связано с нормативами. Если есть квадратные метры жилья, на эти квадратные метры должны быть садики, должны быть школы, должны быть больницы, должны быть поликлиники, вся необходимая инфраструктура. Глава муниципалитета лично поздравил заслуженных строителей городского округа Люберцы. Почетные грамоты, знаки отличия и торжественные букеты. Владимир Ружицкий вручил не только мужчинам-строителям, но и прекрасному полу, который выбрал столь ответственную работу. Анна Троян, Екатерина Скрижалина и Дмитрий Шарапов, телеканал ЛРТ. Всем привет! Вы смотрите ЛРТ, а я Яна Яковлева. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и будьте в курсе самых интересных и актуальных новостей.